очень хотят выбегать. С 1 января 2019 года вступил в силу новый федеральный закон об ответственном обращении с животными. Этим законом предусмотрен запрет на умерщвление животных, то есть на эвтаназию. То есть если раньше собаки без владельцев они отлавливались, и, соответственно, рассматривался вопрос либо об их пристройстве, либо об эвтаназии, то сейчас все собаки, которые выпадают у нас в результате отлова на ПКС, они подлежат обязательной вакцинации, стерилизации, лечению, социализации и последующему выпуску в естественную среду обитания. Эти собаки были пойманы ориентировочно дней 40-45 дней назад. Соответственно, в рамках нового действующего законодательства ему спецавтобаза, опять же, в рамках действующего муниципального контракта их вылечила, стерилизовала. Так как эти данные собаки не проявляют признаков агрессии, они могут быть выпущены обратно в естественную среду обитания, что сейчас и будет произведено. Почему она боится? Ну, вы сами видите. Закрыли. У нас вот там, где сами клетки закрыли, утёнки там 4 человека, а здесь 25 человек. Я знаю, что одна вытекает. Давай микрофон, может, уберем.